Сейчас без четверти 7 утра. Я только что приехал в River Garden Restaurant and Daily на виноградниках Лауренс Форда близ Сомерсет Вест. Здесь я проведу несколько дней с Талишей Леру и ее командой. Это поместье уникально в силу нескольких причин. Здесь не только производят первоклассное вино. Тут есть инкубаторная станция для форели, сад, огород. Здесь делают шоколад и жарят кофе. На самом деле в этой усадьбе углеводородный след еды, который вам сервируют, сведен к минимуму. По-моему, так и должно быть во всем мире. Меня зовут Джастин Бонелло. Последние несколько лет я готовил и путешествовал. Мы посетили самые удаленные и прекрасные уголки Африки. Пришла пора поднять свой уровень, заменить кастрюлю пойки пароваркой, а костер – духовкой. Как? В ближайшие 3 месяца, несколько дней в неделю я буду проводить в одном из 13 лучших и любимейших ресторанов Южноафриканской Республики. Я буду учиться, чтобы стать лучшим поваром. Приготовлено в Африке. День первый, River Garden Terrace. Джастин, мы на месте, чувствую себя как дома. Талиша Леру, главный шеф-повар. Я представлю тебя сотрудником. Это Жак из отдела горячего. Как дела? Рад встрече. Марк отвечает за кладовую. Привет. А это Кейси, она из кондитерского отдела. Кейси, привет. И Кара, она студентка ИКИ. Небольшая команда. Кухня совсем небольшая. Здесь есть отдел горячих блюд, холодных блюд и десертов. Это холодильная камера. Будешь плохо себя вести, окажешься здесь. Кладовая сухих продуктов. Здесь мы храним вина. Ясно, отличное место. Да, сегодня начнем отсюда. У нас есть большой стол на 24 человека. Прежде чем приступить к работе, ты должен понять свою роль. Тогда ты сможешь встать рядом с Марком. Я буду вот тут. Когда начнется обслуживание, ты окажешься между нами. Это прекрасное место. Хорошее и жаркое. Итак, займемся делом. Марк, что ты делаешь? Я хочу приготовить балентайн из курицы. Прекрасно. Мы готовимся к уикенду, потому что в воскресенье будет Кейп Эйпик. Придет довольно много народу, так что мы стараемся подготовиться заблаговременно. Завтрак может стать довольно лихорадочным. Ясно. Ничего не выходит, да? Я вожусь с мясом, а вы представляете меня в дурном свете. Кажется, сегодня я превращусь во всеобщего помощника. Хорошо, спасибо, шеф. Вот и все. Через мгновение курица будет готова. Он винит меня за курицу. Я думал, она должна выглядеть так. Мэм, что делать дальше? Я хочу поручить тебе то, что некоторые сочтут низкооплачиваемые работы. Будешь резать картофель. Резать картофель. На этой кухне сложно из-за того, что приходится готовить в больших объемах. Это не то, что сервировать обед для 4-5 друзей. Ресторан может принимать 50-100 клиентов в день. Подготовка важна. Если мне приснится кошмар, я там буду резать картофель. Первые впечатления. На любой кухне люди поначалу не знают, куда меня ставить. Я дополнительный помощник, и мой уровень неизвестен. Поэтому обычно сначала мне дают простые задания. Например, резать картофель. Затем мне доверяют все больше. Люди видят, что я способный, и начинают давать задания сложнее. Первое впечатление от этой кухни. Талиша источает радость. Ее энергия вызывает энтузиазм у всех, кто есть на кухне. Марк – молодой су-шеф. У него плохое чувство юмора. Я это уже заметил. Мне хочется сотрудничать с Кэсси, Карой и остальными, потому что это кухня, где приятно работать. Попробуй. Это то, что тебе предстоит. Твоя следующая работа. Я буду готовить гравлакс? Мой гравлакс еще не готов. Подготовим филе и… Ты меня поощряешь? Тебя надо поощрять. Это медовый ликер. Мы делаем его на ферме из меда, который тут производит. Можно попробовать? Ну, конечно, да. Но это надо делать на настоящей кухне. Ликер хранится в морозилке. Ты щедро льешь. Сейчас раннее утро, нам надо много сделать. Видишь, я повар, ты шеф-повар. Мы не любим… Я просто… Смотри, смотри.
Медленно опрокидываем. Да, опрокидываем. Это не то, что пить залпом в один глоток. Разделаем рыбу. Да. Гравлакс. Приготовим смесь из равного количества морской соли и сахарной пудры. Нальем ликер, чтобы получилась паста. Рыба не должна в ней плавать, не должна лежать в жидкости. Затем нарежем сюда свежей мяты, не слишком много. Нельзя, чтобы ее аромат забил остальные. Положим в эту смесь рыбу, два куска филе, один на другой. Прижмем, завернем и положим под груз. Это одно из тех блюд, которые мне хотелось приготовить. Мы сервируем клиенту гравлакс и свежей форели прямо с фермы. Пальчики оближешь. Давай куда-нибудь уберем. Туда, где есть место. В холодильную камеру. Джастин чувствует атмосферу. Мне кажется, у него такие же взгляды, как у нас. Все свежее и по сезону. Посмотрим. Посмотрим, как он себя поведет во время обслуживания клиентов. Говорит миллион слов в минуту. Талиша знает свое дело. Она все держит в голове. И это начало моего путешествия в Лоуренсфорде. К воскресенью я буду в форме. Новый заказ. Порция пенне, порция ризотто. Да, шеф. Но сначала ты должна рассказать мне, как это готовить. Ладно. Итак, растительное масло. Положу сюда немного специй, а теперь клади грибы. Отлично. Соус от шеф-повара. Нальем немного белого вина. Я дам тебе пригоршню копченой курицы. Добавь еще немного. Заказали две порции пенне. Да, шеф. Все для вас. Еще перца. Горячую пасту в горячий соус. Никак иначе. Перемешиваем. Кладем немного зелени. Она приготовится естественным образом. Хорошо. Принеси это мне. Я добавлю пекарина и готово. Новый заказ. 4 пенна, 3 бургера с ягненком, 1 с кроликом, 3 рыбы, 2 курицы. Коронейшн, паста с почками, 2 куриные грудки и 2 ризотто. А вот так. Как дела? Я тебя обгоняю? Осторожно. Первое, второе. Неофициально. Третье блюдо готовится. Готов заняться другим блюдом. Несите. Вперед. Кэс, будь готова взять курицу. Джастин, займешься пюре? Да, мэм. А после этого еще. Теперь я? Нет, тебе придется придумать что-то новое. Сегодня вечером иди домой и ложись спать. Нет, мэм, нет, мэм. Я должен буду вернуться и сказать да, шеф. Вот так? Тебе нравится? Да, сэр. Нет, сэр. Я думал, тебе нравится это, мэм. Мне нужны спички. Я действительно работаю с удовольствием. Приятно, что Талиша сразу возложила на меня такую ответственность. Это значит, что завтра она меня полностью загрузит. Сегодня вечером Марк уйдет, это его последний день. Очевидно, завтрашний день станет для меня проверкой. Мне это нравится. Жду с нетерпением. А сейчас попрощаемся с Марком. Марк, мы тебя любим. Знаешь что, Марк? Марк, я хочу пожать тебе руку. По-мужски. Ты отличный парень, настоящий мужчина. Надеюсь, при уходе со мной такого не случится. Спасибо всем. Спасибо, мэм. Пожалуйста, без мэм. Еще раз так скажешь и получишь. Завтра грядет. Ты будешь жарить мясо. Ладно. Ладно. Спасибо, мэм. Я сейчас пойду. Без этого никак. Приготовлено в Африке. День второй. River Garden Terrace, Лоуренсфорд. Второй день в River Garden Terrace в Лоуренсфорде. Погода немного ветреная, но мне это безразлично. Сегодня у Талиши не хватает двух поваров. Я должен оправдать ожидания. Кажется, это один из тех дней, когда придется сразу заняться делом.
Доброе утро. Доброе утро. Как дела? Готов к работе. Прекрасно. Суббота — загруженный день. Начнем прямо сейчас. Резка лука и чеснока. Кажется, это мое проклятие. Лук и чеснок. Либо это, либо меня просят месить тесто. Начнем. Знаю, тебе скучно. Приготовим несколько кроликов. Несколько. Ты не шутила. Их 4. Маленькие крольчата. Хорошо. Скоро мы съедим Бакс Банни. Сейчас мы его разделаем. Я никогда не готовил кролика. Нет. Ладно, голову оставляем. Я оставляю голову, чтобы было за что держаться. Держаться? Когда двигаешь. Ножки нужно отрезать. Действуем, как и со всем прочим. Держим тушку в левой руке, нож в правой. Пусть нож ведет туда, куда захочет. Это почти так же, как с курицей. Разделяем мясо и кости. Так, как нам нужно. Ты сказала, что положишь кролика в белое вино. Мы положим туда кости и все прочее? Да. Он готовится вместе с костями. Мне бы хотелось оставить этот жир. Мне кажется, он делает блюдо сочнее. Это то, что нужно. Ты вспотел. На кухне совсем не жарко, а я уже вспотел. Сейчас я подготавливаю продукты на завтра. Я думаю о тех, у кого все под контролем. Завтрашнюю работу мы делаем сегодня. Здесь срезаем с позвоночника. Прекрасно. Смотри, мяса не осталось. Красиво. Я потратил 1.5 часа на одного. Если бы надо было успеть в срок, меня бы уже уволили с кухни. Ты бы поплатился. Да, поплатился бы. Готово. Почти все. Мы почти закончили. Утром проблем не возникло. Только оно прошло быстрее, чем я думала. Сейчас 11:45, а обслуживание начинается в 12. А я еще чищу морковь. Это может стать проблемой. Ну, у остальных все в порядке. Джастин все еще сражается с кроликом. Но это на завтра, он подготовит его заранее. Джастин сервирует кролика завтра. Сегодня его ждет еще несколько интересных заданий. А если назовет меня мэм, то и проблем. Судя по всему, завтрак уже окончен. В 12 часов дружелюбные клиенты приезжают на ланч. Переходим ко второй фазе. Мы положим в белое вино морковь, лук, чеснок, сельдерей. Оставим мясо мариноваться на ночь. Завтра утром мы просто сольем жидкости. А что ты используешь? Какой сорт вина? Мы используем River Garden. Это название нашего вина. Для этого блюда можно взять Sauvignon Blanc. У него сильный вкус. Так, а затем просто завернем в пленку и оставим все это на ночь. Новый заказ. 2 салата с форелью, 1 окорок, салат «Цезарь», а затем кролик, 2 порции рыбы, бургер с ягненком. Да, шеф. Без гуакамоле. Телячья печень. Институт кулинарного искусства. Несите. Несите. Хлеб на 2 порции мидий. Джастин хорошо справляется. Мне нравится. Я прошел хорошую подготовку. Не знаю, как относиться к твоему мэм. Я буду стараться. Да, мэм. Да, мэм. Называй меня шеф. Да, мэм. Бестолочь. Я люблю тебя. Любви нет. Любовь ушла. Посмотри в камеру и скажи им всем, что ты будешь плакать. Ты будешь молить о прощении, пожалуйста, пожалуйста, и будешь называть меня шеф. Грибное заливное. Положить их в горячую воду? Да, вскипятим. А они красивые частички? Мы это процедим. Просто мелко нарезать? Позднее, когда начнется обслуживание, мы их пожарим. С приправами, с чесноком, а потом положим сюда. Нальем жидкость с желатином. Увидишь, что будет завтра. Ладно, я тут. Я супер крут. Ты трещишь по швам.
Я немного прижму. А ты сделай так. Завтра увидимся. Мне кажется, пока все хорошо. По-моему, подготовка, которую я получил в других ресторанах, наконец-то проявилась на этой кухне. Я не боюсь. Мне так комфортно. Я могу все приготовить и сервировать, и это классно. Снимай, все готово. Большое спасибо. Спасибо. Завтра подшути надо мной. О, да. Ладно, всем пока, завтра увидимся. Пока. Спасибо. Завтра воскресенье. Приготовлено в Африке. День третий. Рива Гарден Терес, Лоуренсфорд. Без 15:07. Я только что приехал в Рива Гарден в Лоуренсфорде. Это мой последний день в Сталише. В ресторане мне говорили, что в воскресенье хуже всего. Придется спешить к завтраку, спешить к ланчу. Сегодня последний день Кейп Эпик, тяжелые велогонки. Возможно, в поместье явится пара тысяч новых гостей, желающих перекусить. Но я готов к этому. Доброе утро, мэм. Доброе, Джастин. Как дела? Сказать доброе утро, шеф? Мы сразу отправим тебя работать. Как только процесс наладится, это будет твоим детищем. Спасибо. Это купи один, второй в подарок. Спасибо. Да, вы готовите фирменное блюдо? Почему? Мы можем. Да, и ты можешь. Могу. Могу и должна. Убежище вредных. Скажите, что мне делать? Талиша сделала меня вашим помощником. Ладно. Мука. Мука с приправами. Да. Обваляй в ней мясо. Уверен, вам нравится то, что я не могу отказаться. В конечном итоге я запачкаю руки. Наверное, главный секрет в том, что все это делается для обслуживания ланча. Сейчас 7:30, осталось 4 часа. Это готово. Да, это готовится как минимум 3-4 часа. Мы успеем до ланча? Да, мы закончим. Мне всегда это нравилось. Готовишь накануне, а потом быстро жаришь и собираешь воедино. Все вместе. Да, это классно. Чтобы деглазировать, наливаем жидкость. Они отстанут от дна. Немного? Да, немного. Паровая баня. Боже, прекрасно. И эстрагон. Куриный бульон. А теперь на слабый огонь? Да, на слабый огонь и закрыть. И забыть об этом. Можно сервировать. Прекрасно. А сейчас ты атакуешь список заказов. 2 порции почек, омлет с беконом и 2 куска белого хлеба. Началась моя любимая часть дня. Завтрак. Лепешки с джемом и сливками. Да, шеф. Да, шеф. Что это для меня значит? Яйца пашот. Никогда не готовил яйца пашот, но я их ел. Кажется, надо добавить уксус прямо в воду. Прямо в воду. Сколько? Немного. Итак, устраиваем водоворот, наливаем яйцо, аккуратно. Вот что мы делаем. Разбиваем яйцо в формочку, так удобнее наливать. Если лить медленно, получится белок и жидкий желток. Он окажется в собственном кармашке. Мне такой вариант больше нравится. Хорошо, если не разорвется. Клади по центру, на тарелку. Фантастика. Молодец. Несите. Мое первое яйцо пашот. Кажется, трудно. Но это освоит любой, если у него есть терпение и такой учитель, как Талиша. Простите, мэм. Список заказов. Обслуживание завтрака в полном разгаре. Скоро обслужит 14-й столик. 2 глазуни, яйцо вкрутую, 1 омлет, 1 бекон, французский тост, 1 бисквит. Клиент хочет, чтобы белка было больше, чем желтка. Удачи с этим. Вот ваш омлет, мэм. Белка тут меньше. А надо наоборот. Заберите. Спасибо. А он неплохо справляется. Вовсе нет. Готовить яйца не всегда просто. Да, это так.
Ладно, простите, мэм. Наши с вами омлеты сильно отличаются. Я хочу, чтобы его можно было резать ножом и брать на вилку. Он должен остаться целым. Бархатным. В одно утро я готовил яйца пашот, омлет, который я сделал не так. Очень просто, предельно просто. Жарил глазунью. Над чем смеетесь? Кто бы мог подумать, что яйца так трудно готовить? Я сделаю тебе омлет. Только если съедим напополам. Я съем половину. Очевидно, эти омлеты лучше наших. Но главное — вкус. Посмотрим. Мне так давно никто не готовил завтрак. Смотри, как красиво. Так и должно быть. Великолепно. Завтрак уже окончен. Наш завтрак тоже. Теперь у нас впереди ланч. Там наверху становится жарко. Становится жарко здесь и здесь. Хорошо. Довольно необычно вас здесь видеть. Все эти камеры и прочее оборудование, нам приходится их обходить. Но мы рады, что с нами Джастин. Он отличный парень, очень доброжелательный. Я пошла. Так, новый заказ. Один парфе, два балентайна, а за ними две порции свинины и два рибая, среднепрожаренные и с кровью. Да, шеф. Боже, огромный наплыв заказов, даже думать некогда. Все делается раз, два и в зал. Какая гламурная работа. Кухонные грибки назад. Да. Пожалуйста, дай мне ту спаржу. Да, мэм. Все в порядке. Наконец-то можно увидеть готовых кроликов. Можно? Да, мэм. Здесь жарко. Я справился. Это действительно так. Молодец. Кухня. Послушай, я разобрался со свининой. Что дальше? Мидии. Свинина еще не готова. Ладно. Возьми новый заказ. Среднепрожаренный рибай, порция пенне, две лепешки с джемом и сыр. Да, шеф. Да, шеф. Новый заказ, порция пенны, блинчик с овощами, скорее. Хорошо, можно ускорить процесс. Я сменила зазор. Чего ты хочешь? Видишь, мне приходится ждать. Слушай, грибы, когда будут готовы, тогда и будут, ясно? Обожаю эту работу. Новый заказ, порция чипсов, один гралакс, один суп, грибной заливной и балентайн. Да, шеф. Как минимум четверо с той стороны и один с этой. Два из них твои. Предлагаю перейти сюда с гравлаксом. Переверни. Ладно. Режь под углом, прижимаю рукой. Кого-то ждет райское наслаждение. Очень красиво и изысканно. Сейчас вам понадобятся криспы и, возможно, соус для салата. Нам еще надо сервировать грибное заливное. Она приготовила соус с грибной смесью, немного трюфелевого масла. Польем сверху. Можно нести. Как я могу описать свой опыт в River Garden Restaurant в Лоуренсдорфе? На самом деле это несложно. В конце сегодняшнего ужина на кухню зашел пожилой джентльмен. Он сказал: «Я хочу говорить с шеф-поваром». Здесь только два варианта развития. Либо он хочет вас отчитать и сказать, что еда была плохой, либо похвалить за прекрасные блюда. Мужчина зашел и сказал: «Я здесь в третий раз, и еда, как всегда, великолепна. Я ел во многих ресторанах, но к вам возвращаюсь снова, снова и снова». Это хороший итог. Талиша и Кара, Кэсси и Жак — прекрасные люди.
Это правда так. И все же именно блюда, которые выходят с кухни ресторана и оказываются на тарелках, заставляют сюда возвращаться клиентов. Было приятно отдыхать вон с той смеющейся компанией. Энергетика кухни просто феноменальная. Поэтому люди здесь и работают. Это удовольствие находиться вместе с людьми, которые вас понимают. Знаете, за это стоит выпить. Ведущий Джастин Банелло, продюсер Келвин Хейворд. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Red Media.